За моей спиной ИК-28 города Березники, где содержится Лилия Чанышева. Здесь она находится с 4 декабря прошлого года, вот уже третий месяц. Состояние здоровья у нее удовлетворительное, жалоб как бы на здоровье нет. Всем передает привет. Она регулярно получает от вас письма, но не всегда может вовремя ответить на них. Просит отнестись к этому с пониманием, потому что занята на уборке территории и на обучение в производстве, на швейном производстве. Вот как раз за моей спиной расположен корпус швейного производства. Питание удовлетворительное, как бы она регулярно получает посылки от своего супруга Алмаза и от других лиц. Особая просьба при направлении посылок все-таки отправлять продукцию в заводской упаковке, где указана дата изготовления, срок годности. В колонии не пройдут продукты питания в стекле и в железе. Поэтому предпочтительно, чтобы это была тара пластиковая. Еще раз повторюсь, всем передает привет.